По стопам муниципального собрания областной совет разрешил облгосадминистрации взять кредит 630 миллионов гривен. Об этом стало известно в ходе очередной сессии коллегиального органа. Эти деньги пойдут на капитальный ремонт ряда автодорог нашего региона. Средства одолжат в государственном Укргазбанке сроком на 5 лет по 12% годовых. Теперь указанное заимствование должно одобрить Министерство финансов Украины. Мы вышли на ту логистику, яка дасть можливість завершити повний цикл дорожнього будівництва з тим, щоб зручніше було працювати швидким допомогам, шкільним автобусам, нашим громадянам і дати логістику для економіки і для бізнесу. Также в ходе сессии стало известно, что на реконструкцию парка возле Одесской облгосадминистрации потратят 190 миллионов гривен. Речь идет о софинансировании области и города, однако даже совместными усилиями изыскать такую сумму не получится. Придется искать привлеченные средства. Напомню, территория парка составляет 9,5 гектаров. Со стороны проспекта Шевченко появится мемориал-аллея героям Небесной Сотни, а со стороны Канатной – ветеранам Российско-Украинской войны. Также здесь предусмотрят скейт-парк, две детские площадки, лаунж-зоны, территорию для выгула собак, два туалета и парковую зону на 68 машиномест.